Подписчики моего канала, зрители данного видео. Свинья жрать перестала. Сейчас будем ей колоть оксипрол. Это антибиотик общего действия. Загальной идеи. А ну покажи. Короче, ну что я хочу сказать. Один раз укололи, вроде попустила, стало легче. А проходит буквально там сутки. Второй укол будем делать сейчас. Сейчас, короче, будет. Это кавказская пленница. Так что ты можешь снимать, я прям на промотке поставлю. Включай, ну сейчас, в общем, мы сейчас будем. Закрывай эту книжку, так бы она сейчас будет через верху. Помнишь меня? Да стой, стой. Скажи, открой ротик, скажи. Тупое, блядь, создание. Подожди. Да мне надо на снимке. Открой рот. Открой рот. Тань, подожди. Врублено, да? 5 кубов набрали, за ухо будем сейчас колоть. Раствор этот. Раствористый, да? Водится плохо. Поэтому надо хорошо зафиксировать животину. Цепляй. Ну, будем делать, посмотреть. В принципе, должно помочь. Уже такая была фигня. То ли отравление, может, кишечное. То ли фиг ее знает, что пьет воду, не жрет. Укол один сделали, сразу начал жрать. Сейчас второй укол. Ну, будем посмотреть. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите коммент. Пусть ваши свиньи никогда не болеют. Всего доброго.